бібліотеки, кто умер у меня на руках, когда я дома. За их жены детей, чьи имена шептали, умирают солдаты. Сражались за нас. Тех немногих, кто смог вернуться домой и не нашедших там ничего, кроме чужаков, живущих в наших домах. За мой разрозненный народ, вынужденный платить долги империи, слишком слабый, чтобы управлять им, но смеющий объявлять их преступниками за желание быть свободными. Я сражаюсь за то, чтобы жертвовать.